Добрый день! Сегодня мы с вами собрались на очень интересную встречу, и тема наша сегодняшняя – «Москва и москвичи». Какой мы ее с вами представляем? Наша Москва и Москва, которая была раньше. Я москвичка, но, наверное, не коренная москвичка, потому что коренной москвич – это тот человек, у которого и родители москвичи. Мои родители сибиряки, я очень этим горжусь. Поэтому мы сегодня встречаем в нашей программе не совсем коренных москвичей, но людей, которые живут в Москве, которые любят нашу Москву. Рада вас встретить.